Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что техника становится сложнее в обслуживании и ремонте. А техническое образование в России, к сожалению, пока еще отстает от актуальных требований текущего момента. Поэтому успех работы мастера автосервиса в основном зиждется на самообразовании, на том, что вы познали сами из книжек, из интернета, пальчиками, навыками, то, что вы можете применять в своей повседневной практике. Чемпионат прекрасен тем, что вы можете сравнить свой уровень подготовки, свои знания, свои сильные стороны с уровнем подготовки коллег из самых разных городов и даже стран. Это замечательная возможность. Все, что у нас есть, это наша с вами квалификация. Ее-то мы, собственно, и монетизируем, ее мы и продаем. Она является нашей кормилицей и предметом нашей гордости. И для того, чтобы она повышалась, необходимы такие чемпионаты. Глубоко уважаю организаторов за то, что они впряглись в такое непростое и важное дело. И надеюсь, что результаты этого чемпионата помогут всем, и организаторам, и участникам, и компаниям, которые готовили и формулировали технические задания. Участвуйте, учитесь, совершенствуйтесь, развивайте свои навыки. Да пребудет с вами удача!